Так. Я вас приветствую, дорогие друзья. Так. Вижу, народ подключается. С качеством у нас как? Я имею в виду аудио, видео, все окей? Так. Что-то зависает этот комп. Так, вижу бельчане. Все не спят. В принципе, я смотрю, вся страна не спит, не только бельчане. Про что-то тормозят комменты. Напишите кто-то, звук окей там или как, чтобы я знал, остаться на этом компе или переключиться, ребят. Ничего завис. А, это просто оно не двигается. Ага, окей, вижу. Секундочку. Так, звук окей, тотал окей. Просто не уходит эта бегущая строка, что-то она тормозит. Ребят, ну, так, что у нас здесь? Народ подключается. Я хотел бы с вами поговорить о сегодняшней, о том, что было сегодня в прямом эфире на телеканале Журнал ТВ. Дело в том, что, так получилось, что получился небольшой экспромт, буквально там за 5 минут до начала передачи, в которой мы должны были обсуждать предстоящие досрочные выборы в Кишиневе и Бельцах. В принципе, ничего не предвещало беды, как говорится, должны были поговорить там и поговорить. Но буквально там минут за там 7-8 до эфира я получил информацию от одного своего очень важного источника, потому что этот источник, он не просто важный, особенно когда речь идет о людях, об источниках, которые могут спасти жизнь того или иного человека, то, ну, как вы понимаете, это он особо важный. Вот, значит, источник мне сообщил о том, что, в общем, опять там талибам запудрили мозги, и как бы, что там на осень переносится сделка по освобождению наших пилотов, которые были сбиты в Афганистане в 2015 году и с тех пор находятся в плену. Значит, те, кто следят за моей страницей в социальных сетях, они видели, я там что-то 2 года назад публиковал, встречался там с исполняющим обязанности посла Афганистана в Москве, с генералом Гаюр. Он был на тот момент его посла, как бы обсудили там какие-то с ним мероприятия, как бы были официальные телеграммы обращения от молдавских властей, как бы там молдавские власти тогда обратились и к румынам, и к американцам, и к русским. Ну, понятная ситуация, нужно спасти людей, все окей. Значит, потом мне как-то в приватной беседе после публикации этой фотографии кто-то подсказал,
о том, что, слушай, говорит, работу нужно выстраивать таким-то образом, определяю, говорит, и нужно информацию закрыть, пока мы не добьемся освобождения этих людей. Значит, пошли месяцы, прошел год, начался второй. В конце второго года, с тех пор, как я имею в виду, ребята оказались в плену, появились какие-то просветы. Значит, Афганистан является одним из самых сложных участков сегодня в мире, где можно проводить какие-то мероприятия, особенно такого характера. Почему? Потому что, кто не знает, поясню коротко, есть правительственные войска, есть талибы, как бы абсолютно постоянно происходит, скажем так, такая передислокация сил, то есть там, ну, чтобы сравнивать с Молдавией, например, там Гладянский район контролируется афганцами, Рыжканский талибами, Единцы, опять талибы, Окница, правительство, Бричаны, талибы. Ну и вот плюс кто-то постоянно что-то захватывает, отбивает. Значит, было очень сложно. Я как-то двигался по мере своей возможности. Я имел большое количество командировок. Не буду говорить, куда и когда. Пока на данном этапе, пока людей не вернем. Я брал просто отпуск за свой счет. Я тогда находился в Приморье-Бельс. Тогда, кстати, тоже многие писали, вот усатый летает туда-сюда, непонятно куда. Да, как вы понимаете, эти командировки я не мог делать публичными, так иногда там фотографию в горах где-то выставлю, еще что-то, и то там кто-то пишет. Там Сочи, не помню. Вот. И как бы все было окей. Были пробелы серьезные, теряли следы. Очень сложно работать с агентурой в данном регионе. Значит, в результате все-таки в 17 году появилась какая-то четкая, ясная картина. Я узнаю про то, что одни отбили у других, наших забирали там, как, скажем так, как трофей, добытый в бою, забирала к себе там другая группа этих талибов. Ну, это все долго рассказывать, потому что как-никак я вам сейчас пытаюсь сузить события за два года. Я там постоянно, ну, как-то двигался, проблемы начались определенные, когда уже вы помните, в 16 году, там перед Новым годом, значит, меня выдают мандат на арест на мое имя, значит, начинается эта погоня через и официальная, и неофициальная, какая угодно за мной. А в это же время я понимаю, ну, людей же надо как-то вытаскивать. Ну, то есть есть какая-то ответственность. Я видел определенные промахи наших молдавских спецслужб, где мог, я им подсказывал. Значит, дальше стало совсем интересно. Я узнаю примерное местонахождение, это я говорю сейчас про осень 17 года, я уже не могу двигаться, я заблокирован, вернее, мой международный розыск, Интерпол, заблокировал, подчеркиваю, значит, то есть я могу летать во все страны, де юра, значит, де-факто, ну, как бы не особо рисковал. А главная проблема в том, что были очень сложные переговоры, потому что с этими людьми говорить сложно. Касаемо, речь идет не только о религии, как там мне многие написали там в социальных сетях, в личку, после того, что я сказал на журнал ТВ, но люди сложные. Но подчеркиваю, я это все готов буду потом в деталях и рассказать, и показать многие вещи вам. Просто пока люди там, этого делать не будем. Значит, в конце декабря я получаю, значит, очередное видео. Значит, неправильно. Я получил очередное видео там одно в сентябре, потом в октябре, потом. Короче, в декабре месяце я, чтобы понять, на каком свете нахожусь и что там вообще происходит, я решил отправить видео
четкое видео с четкими вопросами, где, получив на него ответы, я бы начал понимать, что это видео было адресовано именно мне, а не кому-то другому. Значит, вы понимаете мои эмоции человека, который видел, в каком состоянии эти люди, где они находятся. Они считают, что про них забыли, и тогда я знаю, как буксует там наш там молдавские карабинеры. Значит, я им отправляю видео с вопросами. Это я сейчас все выложу в Facebook. Значит, что, ребят, для того, чтобы я понял, где вы находитесь, в каких условиях, что это видео точно адресовано будет именно мне, вы, Михай, это обратился к одному из пилотов. Скажите мне, как зовут вашего зятя, а вы, второй парень, молодой, значит, известна мне, естественно, была автобиография одного и второго, то есть он учился на пилота в Брашове, в Румынии, мне это, естественно, было также известно. Я говорю, а ты мне скажи, там, где ты, Леонил, как зовут второго парня, значит, в каком городе учился. Я как бы пойму, что видео адресовано мне. Они мне скидывают видео одно, скидывают второе, четко подтверждают как бы свое, ну, что они живы и здоровы, что видео адресовано мне. Я начинаю готовить полностью операцию по их освобождению. Почему я сказал, что есть некоторые неточности? Я хотел на русском языке для русскоязычных СМИ рассказать эту историю, чтобы она была всем понятна. Потому что вот Point пишет, там, молдавские пилоты после 2 лет вышли на связь. Да, взяли с ямы и позвонили. Находятся они в Мазари-Шариф. Ну, короче, все напутали. Поэтому по порядку. Значит, я получаю видео, 22 декабря они его сняли. Там через 2-3 дня оно было уже у меня. Значит, в этом видео я вижу, что с людьми все окей. Я начинаю планировать все детали по освобождению. Опять же, о многих, которых я сейчас говорить не буду. Но в результате, как бы, либо нужно было приезжать туда, где они находятся, что получалось абсолютным безумием, потому что то место, где находились наши соотечественники, значит, прилетать в Кабул, оттуда, чтобы мне попасть в то место, где они находятся, мне нужно пройти где-то примерно через 10 кордонов разных бригад, группировок и так далее, и так далее. То есть я понял, что я до них просто не дойду, а если даже дойду, то с ними оттуда уже точно не уйду. Поэтому я настаивал на том, чтобы ребят привезли именно в Мазари-Шариф. Это город, который находится недалеко от границы с Узбекистаном. И как бы Мазари-Шариф, как бы должны привезти их. Там были определенные условия, которые как бы тоже позже обсудим. Но они говорят, как бы, да, Мазари-Шариф это контролируемая властями территория. Там и немцы, там и американцы, там и правительственные войска. Нет, мы сильно рискуем. Плюс мы отдадим вам молдаван, мы будем уходить. И как бы подынутся 2 вертолета, там всех накроют. Ну, как бы понятно их опасения. Они предложили следующим образом, что да, мы их привезем в Мазари-Шариф, но нам нужен какой-то залог, когда мы будем уходить с ним, как бы, ну что, не подынутся 2 вертушки, нас всех не уложат. Значит, они сказали, что должен быть более-менее известный человек, как бы, ну, не простой дворник, как бы, чтобы человек был в интернете какой-то более-менее публичный. Значит, один из моих приятелей согласился обменять себя на наших граждан. По их предложению людей должны были отпустить примерно через 3-4 дня, то есть человека. То есть они привозят наших в Мазари-Шариф, там наш человек, залог, уходит с ними. Они уходят в безопасное место и отпускают наших. Ну, а наши как бы уже оттуда до Термеза, там границ с Узбекистаном, там есть аэропорт, там 70 километров. Значит, и, грубо говоря, мы с людьми ждем, пока они отпустят, вернется уже наш как бы заложник, как бы, что с ними все окей. Значит, потом, так как у заложника есть дети там и так далее, в общем, в результате я отменил эту операцию именно в этом виде. Значит, я
сказала, что я не готов рисковать как бы другим человеком, потому что, не дай бог, окажется, он уже там на 2 года, или, не дай бог, там погибнет, я говорю, потом буду виноват я. Поэтому было принято решение, как бы перед Новым годом, что пойду я и буду менять себя я на наших молдаван, на наших соотечественников. Я думаю, пилоты уже будут там, со мной должны были полететь несколько моих приятелей. Один известный журналист, который там взял на себя миссию снимать прощальное интервью в самолете со мной в полете туда. Как бы я сказал, что на афганскую сторону я перехожу, там работаю один. Наш остается на мосту, встречают ребят, отвозят их в отель и ждут меня. То есть я иду туда, ухожу, и через 3-4 дня меня отпускают, а должен вернуться. То есть мы договорились, что неделю ждут меня. Если за неделю я не возвращаюсь, тогда уже людей привозят домой, показывают все то, что происходило там. Вся информация становится публичной, ну, как бы примерно так. Значит, что происходит дальше? Я сталкиваюсь с банальной проблемой, что, оказывается, я снят в розыске в Интерполе, но я есть в розыске СНГ, куда меня молдаване наши тоже забили. То есть розыск СНГ – это Украина, там, ну, все постсоветские республики, включая Узбекистан и Таджикистан. У меня не было... Ну, какие-то ходы были, но я понимал одну вещь, что если я выезжаю из России, у меня в Молдавии все уголовные дела нарисованы, вы это знаете. А тут, получается, пересечение границы должно было быть либо нелегальным, что является, ну, 100% гарантия того, что я получу, в отличие от нарисованных в Молдавии, легальное уголовное дело. Плюс выйдешь с России нелегально, получишь в России. Въедешь в Узбекистан, пересечешь его нелегально, получишь там. Ну и как-то с афганцами разрулить ситуацию. То есть очень сложно. Значит, и тут на меня выходят представители молдавских спецслужб, которые как бы говорят о том, что, говорит, ну вот, мы знаем точно, там, от наших коллег из-за рубежа, что как бы вам передали информацию о местонахождении и так далее, как бы собирать. Я им сказал, как. Пролог был еще тогда директором СИБа. Я сказал, послушайте, передайте туда, как бы, ну, пусть уберут весь этот бред, который они мне нарисовали именно во всесоюзном розыске, чтобы я мог спокойно прилететь в Узбекистан, провести там то, что я запланировал, и там вернуться. Через 2 недели подойдите меня обратно. Надо вытаскивать людей, либо идите, забирайте их вы. Мне говорят, окей, мы вам передадим визитку, вы передайте той стороне, пусть они с нами обсуждают, мы их сами заберем. Я говорю, окей. Я говорю, вы их сами заберете? Я согласен, говорю, главное спасите людей. Тут до меня доходит и другая информация, что наши молдавские товарищи, это и Лохотнюк, и Дадон, имеют какое-то свое видение решения этого вопроса, а именно хотят там отдать 2 миллиона долларов для того, чтобы их как бы забрать и потом привезти к Кишинёв, плачут родственники и так далее. Ну, думаю, окей. Правда, эта информация, первое, что Дадон и Плохотнюк как-то политически выкруживают эту ситуацию. У меня была еще в ноябре, найдите мой пост в Фейсбуке, где я написал планы Владимира Плохотнюка на декабрь месяц. Выпустить очередной фильм-страшилку про Усатого, показать, полететь в США, освободить кое-каких людей, многоточие. Это вот как раз это ситуация с нашими пилотами. И этот... И четвертое, что станет премьер-министром. Вот этот пост вы можете найти. Значит, после Нового года вижу молдавский СИП в курсе, французы в курсе. Кстати, перед Новым годом я поставил в известность некоторые дип-корпуса в Молдове,
Частично перед Новым годом, частично некоторых после. Ребят, вот ситуация и так далее, скажите молдаваням, либо пусть что-то делают, либо дайте мне закончить то, что я начал. Потому что то, что происходит, оно как-то неправильно. Как бы, да, да, окей. Ну и вот смотрите, проходит уже январь, февраль, март этого года, апрель, как бы Пасха. Люди сидят в яме, ждут. Я заблокирован этим дурацким розыском со стороны Молдавии по СНГ. Они ничего не делают. И тут я сегодня узнаю, буквально за 7-8 минут до выхода в прямой эфир на журнал ТВ, где обсуждали тему Бельц, тему Кишинева, значит, о том, что сделку молдаване назначили на сентябрь. Я говорю, а что сентябрь, что это за бред? До сентября их могут взять уже другие группировки, там захватить, там перестрелять друг друга могут, погибнуть, да, там все что угодно может произойти за такой период. Не, ну там на осень, потому что какие-то выборы там в Молдавии у вас и так далее. Я просто был в шоке. Думаю, так, Дадон там назаявлял перед Новым годом, что все правительство работает с одной стороны, он с другой, люди скоро будут дома, и тут их освобождение переносят на сентябрь, потому что ребята готовятся к парламентским выборам. То есть, если парламентские выборы перенесут на весну 2019 года, то тогда им что сказать, что их отпустят на 23 февраля в 2019 году и так далее. Короче, чистая бредятина. Поэтому я решил, что я не буду молчать. Я опубликовал сегодня на журнал ТВ эти видео. Первое, которое добыл, второе же, которое отправил я. Было очень много таких приключений и интересных, и где-то, может быть, опасных в течение вот этих двух лет. Но о них я буду говорить тогда, когда люди будут дома. Сейчас это неправильно, это им может навредить. Поэтому, ребят, у меня просьба к представителям гражданского общества. Я первый раз, я никогда не обращался, как мэр города, и до того, как стал мэр города, ни к президенту Молдавии, ни к премьер-министру, ни к спикеру парламента. Сейчас я обращаюсь к ним, плюс обращаюсь к Владимиру Плохотнюку. Ребят, у вас все готово, вы все знаете. Верните сейчас людей домой, потому что они в яме больше двух лет. И я знаю, что было и как в течение этих двух лет, и такое не пожелаю даже своим врагам. Верните людей домой, не надо превращать освобождение людей в политику. Если как-то будет страшно, не сможете, отправьте там сотрудников доблестных молдавских спецслужб, я с ними тут переговорю, все распишу, значит, я добью эту ситуацию до конца. Просто так нельзя. Так нельзя делать, потому что для меня это просто не вписывается ни в какие рамки. Я молчал год, молчал другой, я хотел по-тихому их вернуть. Люди, которые со мной летели на обмен, они знают. Я сказал, ребят, ситуацию взрывайте только в том случае, если, не дай бог, они уведут меня со мной в горы, и я оттуда не вернусь, тогда вытаскивайте все, вытаскивайте видео, аудио, там, какие-то фотографии, мое там прощальное там интервью и так далее. Я об этом ничего не говорил. Тут Дадон, который как будто с полномочиями, как будто без, выходит, там, что-то назаявлял там и так далее. А люди продолжают сидеть в яме ждать. Поэтому это абсолютное кощунство. Я хочу сказать, что и так эта вся ситуация, она как бы на плечах молдавских властей де юре. Я не ищу никаких преференций. Я не ищу каких-то медалей. Ничего не надо. Верните людей домой оперативно. И я эту тему закрою, но вы будете молодцы. Если вы будете долго ждать, ну окей. Есть у меня там запасной вариант, не очень хороший, правда, понимаете. Вот, ну, буду продолжать работать. Просто как работать, когда, понимаете, когда вот это все вместе, когда, поймите, когда я все это начинал, я был мэром города, председателем партии, проблемы в других населенных пунктах страны, протесты, командировки.
И вот эта история, которая отняла какое-то количество сил и здоровья, не проблем. Готов расстаться с другими силами, но ситуацию нужно доводить до конца. Вот как бы так, чтобы всем было понятно, я сейчас опубликую эти видео, чтобы они были, потому что мне написали тысячи людей. Значит, люди пишут какие-то идеи, пожелания, там бывшие афганцы и так далее. Так, сейчас я открыл, смотрю, тут смотрите, какие. Значит, вот просто есть люди, вот рассказываешь, объясняешь факты, пока по телевизору. Вот пишет тут одна умная, Елена Асеев. Усатый, вам не надоело болтать и придумать чушь. Факты, факты где? Обещаны. Там, где обещано, там и читаю. Включи телевизор, тетя. Ладно, ну, видите, есть разные. Есть люди загипнотизированные, есть. Там люди разные. Я как бы продолжаю. И все, что я делаю до сих пор, я делаю для тех, кто понимает, и для тех, кто хочет что-то менять. Значит, поэтому, ребят, я хочу поблагодарить всех за ту поддержку, что закончить то, что было в Бельцах. Мы выдвинули Николая Григоришина. Параллельно мы с завтрашнего дня собираем подписи в поддержку Елены Грицко, потому что ситуация, ну, сложная. И в результате, там, если эти что-то накимичат, снимут Колю с выборов, должен быть кандидат в списке, который, ну, должен будет победить. Потому что Плохотнюк с Дадоном работают в Бельцах вместе на общего кандидата Александра Усатова. Значит, в Кишиневе социалисты сливают город Сильвераду. Ваня Чубан уже там в кулуарах говорит о том, что он просто так поучаствует и так далее. Поэтому, короче, примерно так. Ребят, всем успехов. 6:30 подъем. Посмотрим, что завтра скажут наши начальники. Но, пожалуйста, не оставляйте эту ситуацию. Я говорил о том, что буду, вам не надо будет, уйду из политики. Вам устраивает вас то, что происходит, как бы то, как вы живете, где живете. Ну, это ваше право. Но эту ситуацию должен довести до конца. Мои друзья, там мой адвокат, который тоже должен был туда со мной лететь. Они говорили, как бы, то есть, ну, чтобы вы понимали, как бы, понимаете, все были против, как бы, то есть, моего обмена менять на себя этих людей, там, обманут, кинут, там. Плюс, говорит, слушай, говорит, талибы прочитают про тебя в интернете, говорит, позвонят Плохотнюку, попросят $10 миллионов, и тот им даст 15, лишь бы они там тебя держали всю жизнь, либо бы отрезали голову. Ну, поэтому ситуация была на самом деле сложная, но я еще раз повторяю, я готов сам все завершить. Но пусть скажут наши товарищи, не надо только завтра выходить и говорить, что все было готово, и завтра должны были их отпустить, а на журнал ты вышел усатый, все испортил, или там какую-то очередную бредятину. Я знаю, что смотрят родственники. Часть из них со мной связались после вечернего эфира на программе журнал ТВ. Ребят, я сделал то, что мог. Осталось, как бы, ну, пусть что-то сделают они. Хотя из-за них я готов тоже все сделать, повторюсь. Поэтому нужно требовать от них. И больше такими вещами заниматься нельзя. Причем никому. Наши знали, многие коллеги, про эту ситуацию также. Но, ребят, я выбрал эту ситуацию. Я посчитал, что я должен был ее довести до конца. Я и адвокату сказал, и нашим коллегам, тем, кто знали, там некоторые партии, сказал, ребят, я должен это закончить, это мой груз, как бы, пусть это будет последняя спецоперация в моей жизни, но я знаю, что я спас жизни двух человек, которые 2 года очень хотят домой, а дома их ждут десятки, я даже скажу, сотни людей. Я про семью, про детей и так далее. Поэтому я готов к диалогу. Компания Вайлана Сисей, который, уверен, посмотрит это видео. Я знаю, с кем вы говорите в СИБе, с кем вы говорите в правительстве, в МВД и так далее. Вроде у вас даже здесь какой-то там акционер, слышал, ездит. То есть давайте говорить.
Давайте говорите, все быстренько закончим. Ребят, всем спасибо, всем доброй ночи. Кто может делать репосты этого видео, потому что сегодня на журнале я говорил на государственном языке. Может быть, многие не поняли ситуацию и так далее. Но я думаю, что эта тема как бы, ну, не должна просто так как-то потеряться. Ладно. Все, ребят, спокойной ночи. Всем привет. Не переживайте, все у нас будет с вами хорошо. Просто очень сильно устал. Не высыпаюсь за последние дни. Пока.